Привет, прогрессивные друзья, это истинный следователь. Хочу сегодня рассказать, как к критике надо относиться и что такое критика вообще. Ну, критика, советы, это когда люди что-то конструктивно вам говорят. Она может быть вежливая, может быть в грубой форме, но даже если в грубой, но какие-то факты вам указывают, что например, там звук трещит в ролике, то потом просто послушайте ролик, действительно трещит, и поправляйте. Ну и всякие другие предложения, которые вам самим же и помогут в итоге. Даже если они как-то коряво, грубо высказаны, но должно быть что-то описано в том, что вам пишут, это тогда критика является. А все остальное это не критика. Все остальное это просто ругань. И таких 90% комментариев и в Ютубе, и в жизни, там ты плохой, что подохни там, как бы на это можно ничего не отвечать. Потому что не то, что вы испугались, а то, что это бесконечно. Эти дебилы бесконечные они, эти гопники, которые сами, например, нищие, они или не обязательно нищие, просто они идиоты, у них что-то есть, там какая-нибудь машинка, но они телек насмотрелись и повторяют вот это с пропагандой, поэтому вы можете с утра до ночи писать им что-то, какие-то факты, но они не фактами, не какими-то мыслят, а просто несется какой-то говняный поток. Вот. Ну, спятившие, как бешеные какие-то животные, вот так и они. Вот так. Критика, она полезная. Лучше, конечно, если она вежливая в форме. Но если даже и в грубой, это и то сойдет. Поэтому сам я тоже поначалу немножко беспокоился, что кто-то там ругает меня. Но потом я просто посидел, подумал, а ведь это же как бы даже не ругань, а просто там вот это вот ты там, сука, блядь, сука, ёб твою мать. Что на это отвечать? На это не отвечать, в интернете блокируйте людей. Если, конечно, кто-то в жизни к вам встречается, это как бы он уже там рядом с тобой, он, считай, уже на тебя нападает, поэтому там уже надо отвечать. И вот эти люди обычно, которые вот в интернет пишут, они в жизни ни на кого не нападают. Ну, то есть нападают на более слабых. Вот такие вот идиоты бывают. Вот, например, просто вот ругань, видите, пишут. Написал я про консервы, то что у нас консервы в России, они, ну, почти что все делаются невкусными и некрасивые, и вонючие. Просто они продукты переводят. Даже те, которые подороже, банки 50-100 рублей, они очень плохо сделаны, они просто неприятные даже на вид, на вкус. Но это, как я понимаю, такие консервы для рабов, для холопов. Какие-то существуют там для депутатов, для чиновников, для всяких чинуш. Ну вот, и вот это вот описал я, ситуация элементарная. Попробовал я иностранные консервы, они нормально сделаны. Более-менее сделано. Там соблюдают какие-то стандарты, но здесь можно не соблюдать, потому что большинство народа терпит все это. Или их пропаганда с телека задурила. В общем, не очень важно. И такие же вот идиоты, которые не могут ничего не написать, они о себе тоже ничего не пишут, никаких роликов они снимать не могут. Странно, что они вообще что-то написать могут. Это еще достижение, наверное, для них. Просто берите, если кто-то написал, посмотрите, вот наводите на значок или вот на этот значок.
на картинку или надпись. Потом дальше переходите на сайт. Здесь, видите, ничего нет. Значит, это мусорный чувак такой. Даже здесь у него могут быть какие-то ролики, но, например, он накопировал с других каналов. То есть это барахло, это хлам, человек какой-то кусок говна. Просто с ним разговаривать бесполезно. Он с утра до ночи сначала смотрит телек, тот говно у него заливает, потом ему надо куда-то еще. Это бешеная псина. Ну, видите, у них все 0, 0 видео, 0 подписчиков. Здесь вы можете пожаловаться, если здесь, ну, какие-то символы, ну, плохие, вам кажутся плохими. Или вот заблокировать его можно. Ну, в общем-то, и все. Всем пока. Это истинный следователь про критику, что такое критика и бешеных псов, говнопсов, которых взрастил Путин и его дружки в интернет. Ну, в интернет им делать нечего, потому что они легко определяются. Не знаю, зачем они сюда лезут. Здесь им делать нечего. Пускай и целуют свой говно телек. Пока, ребята.